На первом месте Крис Уолтон. Крис Уолтон оказалась в 2011 году в книге рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ногтей в мире. Тогда ей было 45 лет. Свои ногти отращивала специально, чтобы попасть в эту знаменитую книгу, что ей в итоге и удалось. На левой руке длина ногтей составляла чуть более 3 метров, а на правой руке немного менее 3 метров. То есть в общей сумме длина ногтей была больше 6 метров. Самый длинный ноготь вырос на левой руке, на большом пальце, 91 сантиметр. Для того, чтобы достичь поразительных показателей, певице Крис Уолтон понадобилось более 18 лет. На втором месте Ли Редман. До Крис Уолтон владелица самых длинных ногтей в мире была 70-летняя американка из Солт-Лейк-Сити. Ли Редман, начиная с 1979 года, перестала стричь ногти, и по данным 2008 года их общая длина равнялась более 8,5 метров. Самый длинный ноготь вырос на правой руке, на большом пальце, 89 сантиметров. На третьем месте Шридхар Чиллал. Оказывается, что не только женщины отращивают ногти, это делают и некоторые мужчины. Самыми длинными ногтями среди мужчин обладал Шридхар Чиллал. Он родился в 1938 году в Индии, а отращивать ногти решил только на левой руке с 1952 года, в возрасте 14 лет. И этот процесс длился у него до конца 2000 года. Общая длина его ногтей на одной руке равнялась примерно 6,15 метра. Самый длинный ноготь был порядка 129,5 сантиметров. На четвертом месте Луиз Холлис. Есть люди, которые достигают лучших показателей длины ногтей не на руках, а на ногах, чего добиться существенно сложнее. Ведь на руки мы, как правило, ничего не надеваем, а вот ноги у нас всегда обуты. Рекордсменкой по самым длинным ногтям на ногах является жительница Комптона, штат Калифорния, Луиз Холлис. Средняя длина каждого ее ногтя на ноге чуть более 15 сантиметров, а общая длина ногтей более 2 метров. В пятом месте Вен Жан. Китаец Вен Жан из провинции Фуцзян отращивал ногти не для славы, а для того, чтобы умерить свой дерзкий характер и не надавать очередных тумаков соседу или новому другу. Длина самого длинного ногтя равнялась 35 сантиметров. Отращивал он свое ногтевое добро в течение 14 лет, благодаря которым получил имя «Длинный ноготь». На шестом месте Мелвин Бут, уроженец из Понтиака, штат Мичиган. Мелвин Бут также является одним из рекордсменов по самым длинным ногтям в мире. Его имя занесено в книгу рекордов Гиннесса. Длина ногтей на его руках по последним измерениям составила 9 метров 85 сантиметров. Родился Мелвин в 1946 году. Служил в армии, а после продолжительное время работал в госпитале. Отращивал ногти около 30 лет. Ну и на седьмом месте Лоретта Адамс. У этой американки были все шансы, чтобы стать самой лучшей по длинным ногтям. Но в 1997 году Лоретта Адам просто постригла свои ногти. Видимо, что ей надоело за ними ухаживать. Отращивала она ногти в течение 24 лет. Самый длинный ноготь достигал 89 сантиметров, а их общая длина равнялась 3 метрам 81 сантиметру.